Какие меры поддержки и возможности трудоустройства есть у жителей ЛДНР и Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в нашем регионе? Губернатор Вячеслав Гладков в очередной раз выехал в пункт временного размещения на базе одной из крупных гостиниц Белгорода. На сегодня там почти 300 человек из народных республик и Украины. Глава региона поинтересовался условиями проживания, а для решения самых разных вопросов определил график встреч с представителями профильных министерств и ведомств. Мое предложение простое. Мы заводим на вас каждую базу данных. Давайте договоримся так. Каждый четверг здесь внизу с 16:00 до 18:00. Будут стоять столы, где будет присутствовать представитель администрации города на уровне минимум заместителя главы администрации. Также губернатор сообщил, что будет лично приезжать к жителям в начале каждого месяца, а по воскресеньям с 16 до 20 часов в гостинице намерены детально прорабатывать особенно сложные вопросы. Напомним, в отелях областного центра сейчас временно проживают и жители некоторых приграничных территорий, которые по-прежнему обстреливают со стороны Украины. В таких селах вести восстановительные работы сейчас небезопасно.